У каждого приличного сонграйтера должна быть своя комната, где он держит попугаев. И признаюсь, я сейчас именно в этой комнате. Здесь должны на жердочках разные экзотические какаду качаться. Крик должен быть птичий, но пока их нет, я спою эту песню. Гром гремит, не спрашивай по ком, и наш город смыт цементом и песком. А я шел нагу, спешил на фестиваль, не туда свернул, чуть-чуть не рассчитал. Месяц сбросил вес, и поет невидимый певец. Мир хотел его упечь в тюрьму, а он все поет вопреки всему. В горле ком, и выход лишь один. Может, мы пойдем, и может, полетим. Закрывай глаза и поджигай фитиль, мир опустит сам. Вот видишь, отпустил ветер, треплет лес. Здесь сидел под деревом мудрец. Мир сошел с ума, и все в дыму, а мудрец молчит вопреки всему. Вечный бег и давит потолок, а жизнь лезет вверх и как-то поперек. Это не финал, но точка с запятой. Видишь океан соляный и густой. Праздник тут как тут. Подожди, и монстры убегут, их утянет всех вниз, как